Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии скальпинг интрадей на зеркальных уровнях. Давайте посмотрим, что нам готовит рынок на этой неделе. Итак, биткоин то взлетает, то падает. На сегодняшний день что мы имеем? Мы имеем минимумы по этому активу. Цена, несмотря на то, что подвергается высокой волатильности, находится пока, я бы сказал, все-таки вот в зоне консолидации, да, вот этой вот. Вот. А значит, мы можем рассчитывать на то, что будут работать уровни поддержки сопротивления в рамках вот этого канала. Вот, значит, падение, кстати говоря, могло быть еще сильнее, но вот не случилось, да, второй волны. Поэтому, говорю, находимся в рамках консолидации. Здесь пока что можем обозначить вот два таких уровня, да, вот этот верхний и нижний, и можем рассчитывать на точки продаж сверху и точки покупок снизу. Но покупать это очень здесь рискованно все-таки, да, ожидается, что биткоин может сильно полететь вниз. Причем не обязательно, потому что будет нисходящий тренд, а даже перед тем, как пойти вверх, он может сначала сделать ложный пробой вниз, вот, и затем собрать всех продавцов и двинуться наверх. Вот, пока что смотрим более каких-то явных, более явные сигналы, да, по биткоину. Я пока не вижу здесь каких-то таких прям четких внутренних, скажем так, сигналов на покупку и продажу. Вот, даже сейчас мы, в принципе, вот остановились, вот, рассматривая вот эти зоны. Остановились на уровне поддержки, на зеркальном уровне сопротивления. Вот. Коррекция произошла, но уже поздно в нее входить. Ждем каких-то более ярких сигналов. Давайте посмотрим стандартные наши классические активы. Это евро. Евро-доллар тоже в связи с укреплением доллара откатился вниз. Давайте посмотрим, что у нас и есть рекомендации. Значит, обозначим уже нижнюю линию с поддержки. Также у нас есть линия сопротивления хорошая. Вот это. Но они достаточно далеко, да? Но сильные движения всегда нам дают хорошие такие границы каналов, по которым мы можем делать хорошие сигналы на покупку и на продажу. Здесь будут продажи, здесь будут покупки. Вот. Но до них еще цена должна дойти. Мы можем рассмотреть также вот такую зону сопротивления. Здесь тоже можно будет продавать как-то срочно. И также можно еще обозначить вот такую вот линию поддержки. И в ней это будет зеркальная зона продаж. Она совпадает вот с этой линией. Вот эта зона вообще, она очень хорошая будет для продаж. Имейте в виду. Давайте посмотрим фунт. Ну, фунт тоже подчиняется доллару. Вообще все валюты сейчас, которые коррелируют с долларом, они как бы немножко похожи друг на друга. А здесь из ближайших я бы обозначил вот эту зону продаж. Смотрите, хорошая, да? Вот хорошенькая такая. Вот. И можем рассмотреть вот эту зону сопротивления. Здесь еще одна зона продаж. Если смотреть М30, ну нет, пока здесь ничего такого убедительного я не вижу. Давайте посмотрим золото. На канале A-Markets там спрашивали в комментариях золото. Заходите ко мне, по золоту я всегда здесь даю рекомендации. Так, ну давайте глянем, что у нас на D1. Ну, пожалуй, только есть какие-то глобальные, да, вот эти вот линии сопротивления. Линии поддержки какой-то убедительной я пока не вижу. Это недельный, да, рассматривать это, ну, прям вообще слишком уж он такой, скажем, сложный сигнал недельный. Но, тем не менее, можем на него ориентироваться, да, давайте вот так вот обозначим поддержку, да, возможно, вот это будет как раз таки зоной поддержки треугольника вот этого формирующегося. Вот, этим уберем. По
Пока что нам надо подождать, чтобы цена успокоилась и нарисовала новый максимум минимум. Вот. Все, есть точка продаж вот здесь, точка покупок здесь. По золоту пока все. По нефти у нас был здесь гэп интересный такой. Так, ну что, мы видим восходящий тренд, достаточно мощный, да? Продолжающийся. Значит, здесь можем обозначить зону поддержки вот в таком формате, но она очень далеко, поэтому сейчас мы на ней вряд ли что-то существенное можем заработать. Давайте вот такую рассмотрим, это как-то более интересно, да? Вот. То есть вот здесь вот у нас точки покупок будут, вот можем это рассмотреть. Ну все, на сегодня, пожалуй, все. Желаю всем успешной торговой недели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик. Всем пока, торгуйте с удовольствием.